объявление на Авито, сайт, которым пользуюсь, неоднократно пользовалась. Увидела объявление продажи собачки, цена приемлемая. Договорилась с продавцом о покупке товара, о покупке собачки. Ну, то есть перевела им средства, которые они требовали там за доставку и все. Через сайт Авито доставка, ну, якобы там все надежно, и деньги он получит только при получении, когда я получу товар, значит, деньги переведутся этому человеку, который мне отправил эту собачку. Ну что, по факту получается, что телефоны отключены, WhatsApp и телефоны, где я общалась, все отключено. Никаких сообщений от курьеров, ничего нету абсолютно, нигде не могу узнать о товаре, то есть товар я не получу. Впервые столкнулась с этим мошенничеством.